Дорогие друзья, не так давно вы были свидетелями прямой трансляции богослужения в честь Дня памяти праведного Симеона из Верхотурья. И не только жители нашей области, не только жители России, да, но и граждане многих других стран мира могли видеть богослужение праведного в честь Дня памяти праведного Симеона, прикоснуться к этой великой святыне Уральской земли. И все это, конечно же, благодаря нашему телеканалу «Союз». Это очень важный проект, который открывает новую страницу в жизни нашего Отечества, нашего народа. У нас не было православных телеканалов. Сейчас их стало, конечно, больше, но я думаю, что это очень важная, очень нужная площадка проповеди Слова Христова Евангелия, которая нужна не только для духовенств, не только для церкви как организации, но и для каждого из нас, потому что здесь мы действительно получаем возможность проповеди Христова Евангелия в новом современном формате. Поэтому я призываю вас поддержать телеканал «Союз» и внести ваше посильное пожертвование для того, чтобы телеканал мог продолжать работать и доносить до вас слово Христовой истины.